В Атырау в честь профессионального праздника наградили лучших полицейских. На сегодняшний день в органах правопорядка региона служат порядка 2000 человек. Полицейские отмечают, что с каждым годом растет материально-техническое обеспечение, решаются социальные вопросы. Только в этом году 60 полицейских получили квартиры. В следующем году в областном центре будет построено общежитие на 240 квартир. В ходе праздничного мероприятия около 800 страж порядка удостоились грамот и ценных подарков. В честь профессионального праздника 9 сотрудников награждены приказом министра внутренних дел, среди которых ряду сотрудников присвоены внеочередные звания. Хочется выразить признательность нашим ветеранам и благодарность всем полицейским, выполняющим свой долг по охране правопорядка и обеспечению безопасности и спокойствия всех граждан нашей страны.